ландыши, это покрывало. 995 рублей стоимость, номер лота 15299. И ты знаешь, Оксан, вот глядя на такое покрывало, такое нежное, приятное, на эти цветы, на ландыши, все располагает к уюту, к домашнему теплу, вот такому к семейному счастью, я бы даже сказал. Конечно, да, конечно, Володя, обрати внимание, ну, конечно же, ландыши – это тепло, это возрождение, это начало новой жизни. Мне вообще ландыши напоминают, знаешь, вот весну, да, лето. Да. Для меня вообще начало года, ты знаешь, не Новый год, для меня начало года – это весна, когда все расцветает, когда у нас появляются новые цветы, новое настроение, когда у нас новая жизнь просто-напросто прорастает. Ну и, конечно же, ландыши – это символ любви, символ такой вот нежности, непорочности. Вообще, говорят, ландыш – это цветок невесты. Это тот цветок, который привносит в нашу жизнь любовь, нежность, вот такие вот очень теплые, теплые семейные отношения. Вместе с тем, ландыши у нас занесены в Красную книгу. Да, их не так просто найти там и купить. Не то, что непросто, это незаконно, во-первых. Во-первых, это незаконно. Ты знаешь, очень часто вот ты стоишь, особенно у нас в Москве такое бывает, вот ты стоишь, да, на улице, и к тебе подходят, стучат в окна, вот я автомобилист, на светофоре, продают ландыши. Но у меня, честно говоря, не поднимается рука просто-напросто. Согласен. Да, мне жалко эти цветы, я понимаю, что это те цветы, которых осталось очень-очень мало, они действительно очень красивые, очень прекрасный аромат. Я очень люблю, у меня есть духи вот с запахом ландыша. И ты знаешь, ну вот я не могу себе позволить вот купить букет живых цветов, ну, во-первых, это дорого, во-вторых, у меня просто обливается сердце. Эти же цветы, эти же цветы у вас могут быть каждый день, радовать ваш глаз. Вам, ну, не нужно думать о том, что, да, что этих цветов осталось очень мало, будете получать удовольствие. С тем еще и стоимость у нас 995 рублей, 15299 номер лота, покрывало ландыши, именно так называется наше покрывало, размер 150 на 200, это у нас нежнейший материал, очень приятный, это флис, да, я понимаю, Оксана? Это флис, конечно же, да, Володь, ты, наверное, уже ощутил вот это вот тепло, вот эту вот заботу, вот эту вот нежность, посмотри, здесь у нас очень-очень такой он приятный на ощупь, ворсистый, бархатистый материал, очень-очень теплый, в который хочется завернуться, да, тот материал, вот, который заворачиваешься и чувствуешь себя уюте и теплее, конечно. Плюшевый материал, конечно, очень приятный. Ты знаешь, вот из флиса у нас шьют первую детскую одежду. Почему? Потому что у нас этот материал абсолютно безопасен для здоровья. Это гипоаллергенный материал. Это тот материал, который дышит. Ты знаешь, вот флис у нас был придуман не так давно, в конце прошлого века. И ты знаешь, даже создателем этого материала, создатели были номинированы на Нобелевскую премию. Ничего потому что себе. Действительно уникальный материал, который дышит, который держит тепло, который дышит. Это тот материал, в котором не холодно зимой, не жарко летом. Ты знаешь, изначально этот материал придумывали для спортивной одежды. Знаешь, для спортсменов, которые бегают, которые потеют, да, которые мерзнут. Вот здесь такого не произойдет. Вот одежда для альпинистов, одежда для туристов, одежда для спортсменов. Вот как раз толстовки шьются из такого материала. Наверное, ты помнишь этот материал. Конечно. И, конечно же, что очень важно, это тот материал, который очень быстро сохнет. То есть вот буквально, вот даже если вы, например, в этом пледе где-то на лужайке, например, или бросили его на росу, друзья, не беспокойтесь, буквально это материал, который быстро впитывает влагу и моментально сохнет. Через 5 минут ваше покрывало уже абсолютно сухое, или постирали вы, например, на даче. Да, Оксана, действительно, это потрясающее решение не только для дизайна, не только для интерьера вашей квартиры или вашей дачи, например, но и в качестве подарка. Посмотрите, какой приятный, во-первых, цена какая приятная сегодня, 995 рублей, а остается при этом всего 71 такое покрывало. Но это не только покрывало, вот к чему я клоню, это же у нас еще и плед. Представляешь, можно легко под ним спать, коротать можно вечера легко под ним или спать, дни. Можно легко коротать вечера, можете, я не знаю, вечером где-то, например, на даче, подошли к костру. Ну вот давай налили, пофантазируем, вот, присяжемся, здесь у нас горит костер. Горит костер. Да. Я вот взяла бокал, смотри, я не знаю, не вина, например, да, и вот жду, когда вот, да, вот что такое приятное, нежное,
Ой, вот. Володя, это хорошо, флис. Хорошо. И Володя. Слушай, насколько он приятный, Ой, и ты здесь, да, Володя. Да, конечно, а, почему нет. А, ты тоже не смог удержаться, чтобы слушай, не накрыть. Слушай, во-первых, очень мягко, вот таким... очень приятно. Действительно, хочется проводить время с семьей, хочется проводить время на улице, хочет коротать эти вечера. Вот посмотрите, за чашечкой чая, например. А, спасибо, Оксана, спасибо, Алла, спасибо всем, кто участвовал в моем чаепитии. Вот так вот проводить вечера, действительно, за чашечкой чая, а, наслаждаться костром, наслаждаться компанией, конечно же, наслаждаться приятной ценой, потому что меньше букета цветов стоит сегодня такое покрывало. 995 рублей и 45 секунд остается у нас на знакомство с этим лотом, с этим покрывалом в прямом эфире. Остается уже 63, Оксан. Ну и мы вот сказали, что действительно очень легко и просто ухаживать за этим покрывалом, но хочется мне узнать, не распустится ли оно, не произойдет такого. Володь, да, вот попивай пока чаек, да, я тебе расскажу, что это покрывало мы стираем в стиральной машине, с ним абсолютно ничего не произойдет. Оно не распустится. Вот смотрите, у нас благодаря тому, что у нас есть вот такой вот кантик, посмотрите, очень красивый, художественный кантик. Это говорит о том, что у нас покрывало, в общем, держит нашу форму. Оно не распустится, не растянется, не сядет. То есть ваше покрывало практически вечное. Ну и, конечно же, зеленый цвет, тот, который успокаивает, тот, который приносит нам уют, и тот цвет, который лечит нас от бессонницы. Да, к сожалению, время на знакомство с этим лотом вышло, но вы звоните, вы заказываете, обязательно приобретите для себя покрывало под названием «Ландыши».